Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я очень признателен, если это видео распространите в соцсетях, многим принесет пользу. Особенно, если вы подпишетесь на Яндекс.Дзен канал, в описании будет ссылка. Как избавиться от клопов? Три средства, которые я применял, но одно самое лучшее. Это палач, Авалон и Бутокс. Бутокс, я бы его всегда применял им, но его лет 5 не было в нашей стране. Сейчас он вновь появился. Спрашивайте в магазинах, на прилавках рынка. И по-любому должен он в вашем городе, в вашем месте, где бы вы ни жили, должен уже появиться. Мне сказали так, что производитель, вроде как одни говорили, что прекратил свое существование, Бутокс. А версия более такая, как в магазине мне сказали, что просто производитель отправлял на экспорт это средство, поэтому его не было у нас. Так что сейчас можно с уверенностью говорить, что Бутокс будет у нас везде продаваться. Так что обрабатывайте, и за один раз вы уничтожите раз и навсегда эту гадость, потому что очень тяжело ее вывести, он адаптируется к разным средствам, а Бутоксу нет. Ну, в принципе, и Авалон хороший, и Палач, ну, Бутокс больше нравится, как говорится, уже родной. Подписываемся на канал, всем пока.